Компания «Химпродукт» из Невинномысска начала свою работу в 2006 году. Предприятие специализируется на выпуске лакокрасочных изделий, растворителей, бытовой химии, уксуса и уксусной кислоты. Его продукция сразу начала пользоваться спросом в строительной, бытовой и продуктовой сферах. Однако в 2018 году перед компанией остро стал вопрос расширения рынков сбыта. Решить его помогло сотрудничество с региональным центром «Мой бизнес». Специалисты центра помогли обучить сотрудников предприятия и провести сертификацию продукции, а также организовать участие компании в международных выставках и бизнес-миссиях. А в период пандемии специалисты центра помогли организовать интернет-рекламу и создать витрины на международных электронных торговых площадках. Комплексные меры господдержки помогли не только спасти предприятия и рабочие места, но и увеличить их, а также значительно расширить географию поставок продукции в регионы РФ и выйти на зарубежные торговые площадки. На сегодняшний день компания поставляет свою продукцию уже 21 торговой сети в 9 странах. А в прошлом году компания также стала победителем регионального конкурса «Экспортер года» в номинации «Прорыв года». Системное развитие малого и среднего предпринимательства в России началось в 2007 году. А в 2018 году по всей стране начали открываться центры поддержки МСП «Мой бизнес». На сегодняшний день в 84 субъектах страны работают уже более 440 таких центров и их муниципальных отделений. За время их работы получить господдержку смогли более 1 миллиона предпринимателей. Хороших вам новостей!